Итак, друзья, всем привет. Сегодня у нас распаковочка. Вот такой вот прекрасной аудиосистемы. Даже караоке-центр это у нас. С новой технологией ТВС. То бишь спаривание двух систем для более четкого, объемного, полного стереоэффекта. Итак, посмотрим, что у нас внутри. Инструкция на русском языке, комплектность поставки, кабель, сама колонка, не хочет увозить, пульт. Микрофончик, вот такой простой. Кабель для микрофона. Еще один кабель. Интересно, где еще один микрофон? Что-то не сие. Непонятно. Bluetooth колонка. Это я комплектность поставки зачитываю. Микрофон одна штука, кабель микрофона одна штука, пульт дистанционного управления одна штука, USB кабель зарядного устройства. Нам, друзья, положили два микрофонных кабеля. Совершенно одинаковых. Ну что ж, приятно? Приятно. Главное, чтобы того, что заявлено, положили. А то, что сверх нормы, это даже хорошо. Так. Вуаля. В принципе, все, что мы имеем. Инструкция, кабель зарядки, микрофон, пульт дистанционного управления с батарейкой, поскольку сюда имеется защитная на контакт, и два кабеля, друзья. Можно приобрести отдельный микрофон. И будет два микрофона. Ну, естественно, сама колоночка. В таком она форм-факторе. Задняя панель. Громкость. Гнездо зарядки. Так.
Громкость. Гнездо зарядки. AUX. Кнопочки управления следующие. Вперед-назад. USB. Порт. TF-карта. Это изменение режимов. По-моему, здесь есть не цветомузыка какая-то. Самая простая. Микрофон. Это эхо и громкость микрофона. Ну и, соответственно, все, что мы имеем на борту. Пробуем. Так, включение-выключение у нас осуществляется кнопочкой громкости. The Bluetooth device is ready to pair. Ну вот. Колоночка даже немножко, видимо, с зарядом. Хотя, как посмотреть, какой у нее процент, наверное, мы не сможем сейчас. Так. Что же, попробуем сопряжать со смартфоном. Сейчас. Так. Добавить устройство. Сразу находит Браво, потому что здесь Bluetooth, как заявлено, 5.0. Шустренький. Добавить Браво, да. The Bluetooth device is connected successfully. Ну все. Так. Сейчас попробуем воспроизвести. Так, и чтобы нас YouTube не забанил, что-нибудь из своего, да? Так, сейчас, секунду. Что-то я проигрыватель не могу найти. Так, есть. Колоночка. Поставил я ее на зарядку по штатному ее кабелю. Проработала она без заряда достаточно долго. Ну, я специально оставил ее на ночь, не выключал. Просто в режиме с пульта выключил ее, а ручка. Здесь она выполнена, что включается громкость, и сначала включается сама колонка, потом прибавляется громкость, уровень громкости. То есть можно ее выключить из пульта. Вот. Но, видимо, это опция, а выключать ее все равно нужно ручку поворачивать. Поэтому она была включена со вчерашнего вечера, это где-то с 6, и до сегодняшнего утра до 6. Вот. Вчера она работала до 10 вечера вполне.
Вот, то есть поэтому с 6 до 10 в режиме работы. И с 10 до 6 утра она постепенно разрядилась, просто во включенном состоянии оставалась. Ну, возможно, это из-за того, что Bluetooth все-таки, наверное, он постоянно ищет устройство. И из-за этого разряд больше. В целом, звук отличный. Я вставлю в ролик, как мы немножко подурачились. Попели. Вот. Но что хочу сказать. Все, что идет, вот этот комплект, микрофон, это полнейший шрот. Поэтому, если вы приобретаете за эту цену, а пока еще это 2600 на Озон, она стоит, вот этот вот Magic Acoustic стоит на сегодняшний день 2600, 2540 с чем-то там. Будьте готовы к тому, что если вам нужен более-менее качественный звук караоке, приобретать отдельный микрофон, желательно радиомикрофон. У меня вот их два, то есть двойная Defender Mic 155. Вот здесь два микрофона. У меня есть еще одна такая платформа, то есть здесь суть в том, что вы имеете платформу, микрофонов может быть и 4. Вот я пробую, подключаю эти 4 микрофона, вполне себе неплохо они функционируют. Идет разделение на 2 канала, то есть 2 на одном, 2 на другом канале. Можно дуэтом спеть при необходимости, если такие желания возникают. Так, ну что в целом? Наверное, все. Все остальное функционирует, радио ловит, флешка играет. Карту не пробовал, но и я не думаю, что у кого-то возникнет желание карту туда вставлять. Такого форм-фактора. Хотя, я думаю, все будет работать, потому что режим переключается, она озвучивает, что возможно включить данный носитель. Вот, наверное, все. За эти деньги вполне приемлемый аппарат для того, чтобы взять с собой на природу, в машину, какие-то мероприятия провести. Вполне себе неплохой вариант. Цена-качество. Так что, всем пока! Теперь они вечно глаза нам.
ночью, растворяясь в закатах, позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нам. Так куда ж вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нам. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя унисон.